Всем привет, всем доброго дня. Это Саша. Ответ с к. Ну не сука, нет. Скрытая камера. Вот то, что ты говоришь, показывается, вылазывается, что я тебя обманула, это неправда. Потому что в Греции все не так. Когда я блокирую человека, он не может быть со мной опять друг. Вот ты пойми одну вещь. А то, что ты меня опозорил, большое тебе за это спасибо. Хорошо, я проплакала все глаза, мне плохо. Радуйтесь, радуйтесь. Сейчас Тильда перепишет все мои ролики. Все мои слова. Но ты не прав. Если я тебе говорю, а слушай, а что я еще забыла, родной, миленький? Если ты меня считаешь, что я выпью, не выпью, или я там какая-то пьяница, то, а может, а вдруг такое произошло на самом деле, я не помню ничего? А вдруг такое произошло? Я ж нихуя не помню по твоей версии. У тебя там только версии. Ты на правду никогда не посмотришь. Ты только хочешь версии. Свои, как бы создать. Я к тебе отношусь нормально. Ты меня просто заебал. Поэтому я себя так веду. Относись нормально ко мне. Пусть тебя не пробивают после 2-3 часов ночи на обзывание, и я тогда себя тоже буду с тобой нормально вести. Ты пишешь, мы общаемся, все нормально. Нет, тебя, блядь, пробивают после какого-то часа. А я в этом не виновата. Выпустил ролик, ты скрытая камера, на все это посмотрят. А мне что делать? Как доказать обратное? Ну, ты ж сказал, что я бухаречка. Значит, может, я забыла, что произошло. Но то, что я тебе... Подожди, родной. Но то, что я тебя люблю, сколько раз я признавалась? Какой из меня... Какой из тебя мне толк? Никакой, абсолютно. Вот напиздела опять, да? Ты мне просто голову закручиваешь. Тебе нужно действительно только дома строить, но не с женщинами общаться. Потому что... Ой, не буду говорить. Саша, зашей свой рот. Чук-чук-чук-чук-чук. Я все зашила. Ничего вы не слышали. Я все выдумала. Ваш Витенька прав. Только Саша плохая. Только Саша хуевая. Вот и все, вот и все. Я такая хуева. Такая хуевая, что у меня даже хуя нет. И почему-то все меня хотят. Даже без хуюю. Вот и все, вот и все. Теперь я уже вот и все. Теперь, Саша, точно вот и все.